Арестовали еще двух участников вооруженной потасовки, которая произошла 30 июля в районе кинотеатра «Космос». Тогда ПАЗу 51-го маршрута преградили путь несколько иномарок. Водитель был вынужден остановиться. Из автобуса вытащили двух парней. Избивали руками и битами. Было применено оружие. Одного из подозреваемых в перестрелке арестовали неделю назад. Еще двоих сегодня. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как группа людей избивает возле автобусов двоих. Все происходило в районе 5 вечера на глазах пассажиров и водителя автобуса. Вытащили одного, не знаю, успели ударить, не успели, он убежал. Второго они вытащили, начали бить прямо возле автобуса. Потом уже достали биту, там черная бита деревянная, бейсбольная, ей начали бить. Потом уже за автобус завели, и там уже продолжали все это, уже начали стрелять. При привлечении в виде заключения под стражу обвиняемым Варданян, братьям, которые обвиняют в совершении преступления, предусмотрено частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Срочно, пожалуйста, статья. Это хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов либо оружия. Сегодня на скамье подсудимых Вартан Ваги, один из тех, кто в тот день участвовал в вооруженной драке. Он признан виновным в нападении. Хотя пока доказано, что одного из пострадавших мужчин молодой человек ударил только один или два раза, ему придется все время следствие провести за решеткой. Следователь, прокурор и судья единогласно решили, что, будучи на свободе, член нападавшей группы может натворить другие злодеяния, либо скрыться от правосудия. Кстати, после случившегося прошло 3 недели. Нашли участника вместе с товарищем только в эти выходные в городе Самаре. Эти обстоятельства не позволили суду отпустить обвиняемого в уголовном деле под залог даже в 700 тысяч рублей. Избрать обвиняемого Варданяна Ваги Ашотовичу меру пресечения в виде заключения под стражу в содержании в следственном изоляторе города Оренбурга. Постановление может быть обжаловано судебной коллегией по уголовным делам Оренбургского областного суда через Центральный районный суд города Оренбурга в течение 3 дней со дня его оглашения. Второго подозреваемого арестовали сразу же вслед за товарищем. В отношении обоих возбуждено уголовное дело. До сих пор в поисках другие участники происшествия. Ведется следствие.